Вторая мировая война. Очередной и самый кровавый этап борьбы мировых держав. Война охватила огромные территории в Европе, Азии и Африке. Число жертв, по разным данным, составляет от 50 до 80 миллионов человек. Жажда реванша за проигранную Первую мировую войну и идеи расового превосходства сделали Германию главным агрессором. Гитлер планировал обеспечить процветание нации за счет других стран и народов. На долю советского народа выпали самые тяжелые испытания и в то же время самые выдающиеся победы. Поэтому эту войну называют Великой и Отечественной. Нацистская Германия и ее союзники напали на Советский Союз. О начале войны по радио сообщил диктор Юрий Левитан. Он же объявил о победе над Германией. Красная армия не просто сдержала удар противника, но и смогла перейти в наступление. Война закончилась в Берлине в 1945 году. Красное знамя, которое советские солдаты подняли над зданием Рейхстага, стало символом Великой Победы. 9 мая было объявлено о завершении войны. Первый парад в честь победы Советского Союза в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади. После победы над Германией мир воспрянул духом. Но война продолжилась. Теперь уже против немецких союзников. Япония была активной частью гитлеровской коалиции. Официальную точку во Второй мировой войне поставили после разгрома японских войск солдатами Красной армии.